Всем привет, бандиты! С вами Осиш, это шестой тур Christmas Cup и наш единственный шанс выйти из группы. Надеюсь, у нас с вами получится. Кстати, хотел сказать большое спасибо моим новым подписчикам телеграм-канала. Именно их сейчас видите на экране. Большое спасибо, что подписались на мой канал. В следующем видео упущу новых подписчиков моего нового телеграм-канала. Так что обязательно подписывайся, именно твое имя будет тут. К нашему новому сопернику я подготовился очень хорошо. И мы сделали состав, чтобы мне было проще выговаривать фамилию и для вас интереснее смотреть контент, потому что ваши ушки, чтобы получали интересную информацию. Наш состав выглядит таким образом, вы сейчас видите на экранах. Это два нападающих Санчеза. Это два полузащитника, один опорный, другой цапник Санчеза. Правый полузащитник Санчес, левый полузащитник Санчес. Центральных два защитника Санчеза. Правый защитник Санчес, левый защитник Санчес и вратарь, конечно же, угадайте кто? Все верно, Санчес. На замене также у нас 6 Санчезов, и это все супер. Состав Санчезов мы сделали. И погнали, let's go, разносить соперника, чтобы соперник просто даже удивился, что против него играет 11 Санчезов. Да, в этом видео слишком много будет слова Санчес, так что давайте подсчитывать, сколько раз я сказал слово Санчес. Let's go, погнали. Наша схема на этот матч просто сделать для вас контент. Конечно, мы уже, скорее всего, не выйдем из турнира, потому что в прошлом видео, когда я сделал для вас контент старичков, они бегать не умели, к сожалению, только за пенсией, за девчонками умеют бегать старики. Поэтому мы проиграли с вами крупный матч, хотя могли его выиграть, если бы играли основным составом. Выходит у нас Санчес, Санчес капитан команды, Санчес защитник. Вот такой состав у нас. Санчес, 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 и на воротах Санчес. У соперника из Санчесов только никого. Так, Санчес разводит центр поля, передает пас на Санчеса, Санчес в центр поля, другому Санчесу, Санчес справа, Санчес финт, Санчес проходит, так не получается, Санчес на перехвате, Санчес перехватывает, Санчес дает мяч Санчесу, Санчес с мячом, Санчес на ход, Санчес продолжает, что за глюки? Соперник специально сделал глюки, чтобы мы составом из Санчесов не выиграли. Санчес теряет мяч, Санчес перехватывает, Санчес теряет, перехватывает, пас на ход Санчесу, Санчес пас на ход другому Санчесу, но не получается сделать передачу. Так, 8 Санчеса из штрафной площади нашей, так, Санчес перехватывает мяч, Санчес, Санчес не тупи, ошибка, какая ошибка, но хорошо, Санчес на воротах сыграл. Санчес в центре перехватывает мяч, самый настоящий Санчес, Санчес другому Санчесу, на голову, удар головой Санчеса, Санчес перехватывает мяч, Санчес в центре поля, Санчес на ход на левому Санчесу, нападающему Санчес, Санчес какие хорошие финты, Санчес перехватывает на фланге, Санчес бежит, Санчес, 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 Санчес с мячом, Санчес, Санчес, ах, потеряли мяч. Сейчас будем делать замену Санчеса, менять. Так, меняем Санчеса на другого Санчеса. Центрального Санчеса на другого Санчеса. Ну, пока что двойная замена. А вот происходит замена. Санчес меняет Санчеса. И Санчес меняет Санчеса. Используем мы гол. У нас до сих пор еще мяча нет. Надо использовать, конечно, у нас как мяч. Может это привести к грубой ошибке фатальной. Так, мы теряем мяч, конечно же. И его атака. Зардес, гол. То есть это еще и за два гола. Поздравляю соперника, это, наверное, первый соперник, который забил гол такой вот двойной. Причем мы даже не перехватили мяч, мы просто сделали какую-то ошибку, и вот он забил двойной гол, красава. Санчес на воротах не смог отбить мяч, и центральных два Санчеза не смогли противостоять удару. Что за фигня, Санчеза? Ребятки, давайте, однофамильцы мои, соберитесь, вы должны тащить. Ну, это все, это второй гол, да, выводим Санчеза из ворот, и, конечно же, да, он бьет красиво, нормально. Санчес на выходе не смог противостоять атаке Дэвису, и мы видим, что нас уже обыгрывает, по сути, со счетом 2-0 настоящий Санчес, он доказывает, что он Санчес. Вот. Санчес хорошо сыграл на выходе, но, к сожалению, удар мы не смогли противостоять и проигрываем счетом 2-0. Ну вот, зато хотя бы контент для вас создаю, потому что в первую очередь мы должны запоминаться для своего зрителя не победами какими-то, не чем-то еще. Да, игрой, конечно, стараться надо запоминать, но контентом я решил последние два тура вас занять, чтобы вам было интересно смотреть. Но Санчес, как хорошо, Зидана Санчес на фланг Санчес прорывается, ах, потеряли мяч. Мы могли, в прошлом матче вообще обыграли соперника 2-0, в этом могли тоже его обыгрывать, но оно мне не надо, на самом деле, давайте скажу честно. Да, побеждать, но 6 голов я бы не забил этому сопернику. 2 мы забили бы спокойно. Но я подумал, нафиг оно нам надо. Санчес испачканный бежит по флангу. Бежит по флангу Санчес. Что-то он опасное создает, но, к сожалению, теряем мяч. Но мяч у нас. 87-я минута, такие дела. Испачканный Санчес кудрявый передает в центр на блондинство белого Санчеса. Белый Санчес на блондина Санчеса. Санчес еще продолжается атака Санчеса. Дальний удар, и это...
О, я думал, сейчас Санчес забьет. Мануэль Нойер как хорошо сыграл на воротах. Так, будем делать навес на Санчеса. Санчес головой пробует ударить. Ах, не получилось у Санчеса. И на этом, наверное, наш матч заканчивается. Зарды с мячом. Спасибо сопернику за игру. Спасибо всем участникам данного турнира. С вами был Осич. Сделал для вас такой вот контент. Всех обнял, поднял. Подписываемся на телегу. Ставим лайки. Пишем комментарии, как я вам в этом турнире. Ну, вот такие вот дела. Не получилось у нас пройти дальше. Ничего плохого. Будет много для вас годного контента. Всем спасибо, кто за меня болел. Ставил лайки под всеми роликами предыдущими. Всех обнял, поднял. С вами был Осич. Подписывайся на канал, следи за новостями. Будет еще много крутых видео. Let's go.